Хаджибейська дамба може не витримати осінніх злив та підвищення рівня води у лимані. Через це може затопити величезну територію міста – промзону, дороги, залізницю та житлові будинки. На початку вересня мерія сподівалася на фінансову підтримку європейських партнерів, але наразі про жодні проєкти реконструкції не йдеться. З міського фонду охорони навколишнього середовища виділили лише 4 мільйони гривень на ремонт двох каналізаційно-насосних станцій. Але, на думку фахівців, цього вкрай замало. А як ви вважаєте, чому міська влада ніяк не може вирішити цю проблему? Та як оцінюєте рівень підготовки Одеси до стихійних лих? Ну, я думаю, що можна було заволікти цей проєкт «Велике будівництво в Україні» до цього проєкту. Ну, від реставрації дамби Хаджибеївські, бо у нас зараз будується альтернативна дорога до порту. Багато мільйонів гривень йде просто на альтернативну дорогу, замість того, щоб домовитися з сухим терміналом. Ну, якось може домовитися, думаю, це набагато дешевше, ніж будувати альтернативну дорогу. І ці гроші краще вкласти на ремонт цієї Хаджибейської дамби, бо, в принципі, в результаті її розвиву може постраждати і цей новий проєкт, ну, і Пересип, і місто. Я живу на Пересипі, це найбільша проблема. Як тільки дощ, де вода? Вот так води, пливи, як хочеш. Естественно, конечно, не подготовлена. Канализация вся Пересип полностью не подготовлена. За дамбу. Вы знаете, я вообще не знаю, где эти деньги возьмут на ту дамбу. Смотрите, я живу на улице Балковская. У нас, когда вот дождь, ну, наверное, вы смотрите по телевизору, даже не только, по-моему, по всему миру показывают. Нас постоянно затапливает, и, к сожалению, вот проблема не решается уже много лет. Вот, поэтому я хотела бы, чтобы они обратили внимание вот, на улицу Балковскую, на Пересипский мост. Правда, нас всегда затапливает, и это очень грустно. Когда утром просыпаешься и знаешь, что тебе на работу надо идти, и не знаешь, как, вот, как с этой ситуацией вот, выходить, и как вот, переходить дорогу и тому подобное. Ну, как-то так. По моим, как я думаю, нужно полностью перестраивать полностью канализацию внутреннюю, это самое первое, что нужно сделать в городе Одессе. Потом нужно реконструировать центр города, это второе. И третье, только потом пошли дороги. Но первое – канализация, чтобы не было вот этих затоплений, чтобы ничего не было, чтобы вот это вот самое первое, что нужно сделать в городе Одессе. Ну, я думаю, что Одесса вообще не готова. А если будут так застраивать, то вообще будет еще хуже, мне кажется, ситуация. А что делать? Ну, я думаю, что надо правильно распределять средства бюджетные. И, наверное, в первую очередь надо такие вопросы закрывать, которые грозят стихией, экологической катастрофой. Ну, я считаю, что Пересып всегда была слабым местом, да, когда у нас какие-то такие вот стихийные ситуации. Поэтому в данном случае та реконструкция, которая планируется, она вполне актуальна. Вот. Нужно сделать все возможное, заранее именно предотвратить, пока еще более-менее не настал у нас такой критический момент. Лучше ситуацию предотвратить, чем потом расхлебывать последствия, я так считаю.